Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 955. Какую долю составляет пункт А сутки от года? 1 год – это 365 дней, а сутки – это 1 день. То есть 1 день – или одни сутки. Это 1365 года, потому что мы берем всего лишь один день из 365 возможных, если этот год, конечно, не высокосный. Пункт Б. Сутки от недели. Одна неделя – это 7 дней. Поэтому одни сутки – это один день из 7, то есть 1/7 недели. Пункт В. Дециметр от метра. 1 дециметр – это 10, то есть 1 метр, наоборот. 1 метр – это 10 дециметров. Поэтому если мы берем 1 дециметр, то мы берем 1/10 метра. И пункт Г. 1 сантиметр кубический от литра. И вспоминаем, что 1 литр – это 1 дециметр кубический. И дециметры кубические переводим в сантиметры кубические. 1 дециметр кубический – это 1000 сантиметров кубических. Поэтому 1 сантиметр кубический – это 1/1000 литра. И еще тут есть такой вопрос. Подумайте, почему 1 сантиметр кубический называют еще миллилитром. И давайте сравним 1 метр и 1 миллиметр. 1 метр – это 1000 миллиметров. То же самое. 1 литр – это 1000 миллилитров, потому что сантиметр кубический, если миллиметром называют, то в одном литре мы уже говорили, что 1000 сантиметров кубических, значит, в одном литре 1000 миллилитров. Так как и миллиметр в 1000 раз меньше, чем метр, то и миллилитр в 1000 раз меньше, чем литр. То есть вот эта вот приставка «милли» нам как раз и показывает, что та единица, о которой мы говорим, в 1000 раз больше основной, а основная вот после этой приставки идет. То есть миллилитр будет в 1000 раз меньше, чем сам литр. Миллиметр будет в 1000 раз меньше, чем метр. Или, например, еще есть миллиграммы. Значит, миллиграммы будут в 1000 раз меньше, чем граммы. И выполнили задание 955. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.